шоке, признаюсь честно. Ну и без этого я нахожусь при этом приятным впечатлением, потому что 20 секунд прошло, намеки были на очень серьезные трюки, и серьезные трюки были сделаны, да, в Телвику, градусы так все присутствует, и в рампе, я так полагаю, еще трюки мы увидим. Вай, какая амбрелла, какая техника! Роскошно! 5 финальных секунд, Брай прям как прям ноги сунул просто туда. 2 секунды остается, одна и, к сожалению, таймер попытки останавливается. Далее зачет уже ничего не идет. Арсений Хромик.